Рак не приговор, если его выявить на ранней стадии, уверяют врачи. А такая возможность есть у каждого самарца. Достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства, где специалисты проведут диагностику. Если в 2012 году данный показатель, то есть выявление на первой-второй стадии, составлял 52%, то по итогам 2016 года данный показатель составляет 63,6. То есть отмечается значительный рост. А следовательно, чем раньше мы выявляем рак, тем выше вероятность, что от данного недуга можно полностью излечиться. Рак – это общее название онкологических заболеваний. У врачей есть свой топ-5 среди страшных диагнозов. На сегодняшний день рак легкого занимает первое место. То есть он занимает основные позиции, порядка 16%. Далее за ним следует рак толстой прямой кишки, как я сказал, второе место занимает после смертности, третье место занимает рак желудка по итогам 2016 года. На четвертое место сейчас опустился рак молочной железы. Далее на пятом месте гемобластозы, то есть рак крови, если говорить банально. Причины развития рака кроются в образе жизни. Алкоголь, курение, малоподвижная работа и вредное питание. Эти факторы могут стать причиной возникновения рака или усугубить течение болезни. Медики советуют хорошо питаться и побольше двигаться, тем более, что здоровый образ жизни сейчас в тренде. А в случае заболевания сразу идти к врачу, а не заниматься самолечением. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов, События.